И встретиться еще не раз, я думаю, в этом сезоне. Хотя, с другой стороны, как говорит Ирина Александровна Винер, ориентироваться надо не на соперницу, а на саму себя, победить себя сначала. Если брать интервью у гимнасток, корреспонденты 100% услышат ответ. Я должна победить саму себя. Вот у Веры, к сожалению, это не удалось, но будем надеяться, что в других видах она будет более убедительна. Алия Юсупова. Вот это упражнение как раз мы делали вместе с Алией. Это упражнение на музыку из кинофильма «Код да Винчи». Выглядит процесс постановки. Гимнастка имеет право вмешиваться в этот процесс? Или она только исполняет ваши желания? Видение воплощает? Я считаю, что имеет. Она же выступает на площадке. От нее должно идти в первую очередь. Она должна хотеть сделать именно под эту музыку. Но это в основном, я думаю, бывает уже у взрослых гимнасток. Конечно, я очень слушаю мнение гимнасток всегда. Интересно. Мне кажется, что надо идти вместе с ними, тогда получится. Ну, молодец, Алия. Мне кажется, ей все удалось сейчас в этом упражнении. Общая оценка Веры Сесиной, Россия, 17.65 балла. The total score for Вера Сесина, Russia, 17.65. 17 баллов ровно.